Ви дивитесь прямий ефір проекту «Ранок» на цьому каналі і поговоримо про здоров'я, про головне. Зустрічайте в нашій студії Брайловський Богдан Юрійович, торакальний хірург, ендоскопіст медичного дому «Одрекс». Доброго ранку. Доброго утра. Як ваш настрій? Отличне настроєння, утреннє, прекрасне. Лікарі легко пробуджуються зранку? Да, доктора вообще легко просыпаются в любое время суток, на самом деле, когда они необходимы. Сподіваємося, що сьогодні трошки розповісте нам про діагностику і про те, взагалі, як підтримувати здоров'я дихальних шляхів. А загалом, давайте ж, скажіть, будь ласка, чим займається торакальний хірург для тих, хто не в темі? Да, торакальная хирургия занимается заболеваниями и травмами грудной клетки, а также органами, которые в ней расположены, за исключением сердца и магистральных сосудов. Основными задачами торакального хирурга является диагностика и лечение заболеваний легких, а также других органов грудной клетки и анатомических структур грудной стенки в том числе. Тобто зараз у вас гарячий період? Особенно гарячий, да. Що таке інтервенційна пульмонологія? Інтервенційна пульмонологія – це узке направлення на стыке пульмонології і торакальної хірургії, де передові мінімально інвазивні методики використовуються для діагностики і лечения цілого ряду заболівань легких. Одним из самых основных диагностических и лечебных мероприятий в этом случае является такая эндоскопическая методика, как бронхоскопия. Коли взагалі варто звертатися до лікаря вашої спеціалізації? Обычно обращению к торакальному хирургу предшествует консультация специалиста терапевтического профиля, который на основании тех или иных симптомов отправляет пациента на дообследование и после определенных инструментальных исследований при наличии показаний какой-то органической патологии уже отправляет пациента на консультацию торакального хирурга. Однако есть ряд симптомов, возможно, где-то тревожных звоночков, которые также следует расценивать как необходимость обратиться на консультацию к торакальному хирургу. Это такие достаточно общие симптомы для дыхательной системы. Это кашель. Який? От як довго треба кашляти і як саме, щоб зрозуміти, що варто вже йти до лікаря, тягнути не треба? Кашель этот должен продолжаться более одного месяца, и это не мотивированный кашель, то есть нет объективной причины какой-то, и пациента просто постоянно беспокоит длительнее, чем месяц, этот кашель. Кашель также может сопровождаться отхождением мокроты, мокроты необычной, к которой мы привыкли, с какими-то примесями. Кровохаркание также является одним из тревожных симптомов. Другими симптомами является одышка, одышка в покое, одышка при физической нагрузке, которая ранее не было у пациента, боль в грудной клетке. Вот это, пожалуй, те симптомы, которые следует расценивать как повод обратиться вначале к терапевту и, возможно, даже сразу к торакальному хирургу. Ну, відишка взагалі зараз це такий дуже тривожний симптом, який яскраво свідчить про те, що вже треба бути тривогу, так? Да, так і є. Особливо одышка і повищення температури тіла – це однозначно такі тривожні симптоми, які 100% треба йти к врачу і дообслідуватися. Пам'ятайте, що навіть якщо вам назначили лікування зараз під час пандемії і у вас з'являється віддишка, то треба бути тривогою в жодному разі, не готуватися. Години не затягувати, якщо у вас віддишка у спокої знаходиться. Тобто ви лежите і відчуваєте, що вам важко дихати у цьому стані. Будь ласка, пильніше слідкуйте за своїм здоров'ям. Скажіть, будь ласка, під час пандемії у вашій роботі наскільки збільшилася кількість пацієнтів? Значительно увеличилось количество пациентов, поскольку, во-первых, люди більше стали уделять внимание своєму здоров'ю. Очень часто к нам обращаются пациенты, которые просто пришли в связи с симптомами, с настороженностью по поводу коронавирусной инфекции, выполнили себе там, рентгенографию органов грудной клетки, либо компьютерную томографию, и в качестве случайной находки возникают вопросы по выявлению каких-то опухолевых процессов и так далее. Поэтому, да, чаще, и также постковидные изменения, которые есть у многих пациентов, они также заставляют пациентов обращаться к нам. Поэтому в целом количество значительно стало больше.
Як спеціаліст, як ви порекомендуєте проводити діагностику? Бо зараз спори у суспільстві, у мережі дуже багато постів щодо того, що ж робити. УЗД або томографію, або флюорографію. Що зараз найголовніше? Наиболее информативным методом исследования из перечисленных является компьютерная томография грудной клетки, поскольку она позволяет послойно оценить легочную ткань и грудную клетку со всеми ее структурами. Рентгенография органов грудной клетки тоже хороший метод исследования, но не такой информативный, как компьютерная томография. УЗИ легких же и плевральных полостей – это метод исследования, который используется больше как диагностика либо каких-то неотложных состояний, либо в условиях стационара, когда мы отслеживаем динамику течения тех или иных заболеваний и ищем какие-то критерии положительной либо отрицательной динамики течения. Что такое бронхоскопия и когда она нужна? Бронхоскопия – это современный эндоскопический метод, который позволяет оценить слизистую трахеи, бронхов, анатомическую конфигурацию трахеобронхиального дерева, осуществить при необходимости забор материала, как слизистой, так и каких-то опухолевых процессов, расположенных в трахее и бронхах. Осуществить бронхоальвеолярный лаваж. Есть такая процедура. Это когда в бронх вводится теплый физиологический раствор. И жидкость, которую мы обратно получаем, она используется в диагностических целях, поскольку она содержит информацию из очень большого количества альвеол. Около миллиона альвеол она при этом охватывает при правильном заборе. И это очень важно в диагностике диффузных поражений легких и других заболеваний. Чи варто робити бронхоскопію, починаючи з якогось віку або, можливо, якійсь певній групі ризику? В принципі, бронхоскопія має определенні показання, і бронхоскопію слід робити тільки по показанням і краще після предварительної консультації торакального хірурга, поскольку є тільки определенні процеси, після яких слід осуществлять бронхоскопію як діагностичний метод дослідження. І також бронхоскопія може бути одновременно і лікарським методом. Для того, щоб використовувати одноразово цю процедуру максимально ефективно і полезно для пацієнта, краще предварительно пообщатися з торакальним хірургом, щоб він міг оцінити ситуацію, поставить себе намеченный план и осуществить весь ряд диагностических и лечебных мероприятий. Также современные технологии позволяют нам делать многие исследования более прицельно и точно. Например, перед проведением бронхоскопии мы можем осуществлять виртуальную КТ-навигацию. Что это такое? Больше терминов уже мы выпадаем, уже не понимаем, что сейчас происходит. После компьютерной томографии мы осуществляем визуальную реконструкцию трахеобронхиального дерева. И мы четко понимаем, куда должен идти врач-эндоскопист бронхоскопом, где найти ему вот эту точку интереса и взять исследование максимально точно именно из того места, которое нас интересует. А когда нужна биопсия? Биопсия необходима, когда нам нужна верификация, то есть нам нужно понять, что это заболевание, нам нужно набрать материал, ткань. Биопсия осуществляется при опухолевых, например, процессах, когда мы заходим в трахею, в бронхи, и есть какой-то опухолевый компонент, можно взять кусочек ткани, материала, отправить на исследование. Также осуществляется биопсия через стенку бронхов посредством специальных манипуляций. И этот материал при гистологическом исследовании, он позволяет точно установить диагноз, это очень важно при онкологических процессах, и потом назначить клиническому онкологу, например, специальное лечение, а также позволяет стадировать онкологические процессы в ряде случаев. Чи якісь показання та протипоказання до всіх цих процедур? Да, конечно. Показания – это наличие каких-либо изменений на рентгенограммах, на компьютерной томографии. Это наличие того же кашля более месяца, кровохарканье, необходимость восстановление проходимости трахеи и бронхов как при опухолевых процессах, так и при инородных телах трахеи и бронхов. Все это показания к проведению бронхоскопии. Также есть еще такое понятие, как санационная бронхоскопия. Это когда мы отмываем, чистим трахею и бронхов от слизи, секрета, который там продуцируется при определенных заболеваниях. Противопоказаниями их не так много, но есть они. К ним относятся первое – это
перенесенный менее чем 4 недели назад инсульт либо инфаркт миокарда. Второе – это обострение хронических обструктивных заболеваний легких либо бронхиальной астмы, наличие какой-то неконтролируемой аритмии сердца, ну и психологические какие-то расстройства психические, которые не позволят, в принципе, провести эту процедуру адекватно. Які проблеми здебільшого виявляються при бронхоскопії? Чаще всего при бронхоскопии мы выявляем онкологическую патологию, поскольку в целом направляют на бронхоскопию чаще всего именно после выявления каких-то неопластических, ну, процессов легких, да, когда есть какие-то новообразования. Угу. И який далі шлях у цього пацієнта? После бронхоскопии. После бронхоскопии, в зависимости от установленного диагноза, мы назначаем хирургическое лечение, либо дальше он идет к другим смежным специалистам, которые проводят какую-то консервативную терапию, то есть лекарственную. Если же доходит до хирургического лечения, то в нашей клинике есть ряд специального оборудования, которое позволяет выполняет весь спектр оперативных вмешательств, как открытым способом, так и современными минимально инвазивными операциями. От щодо новітніх технологій, кожен лікар з медичного дому Одрик скаже, у мене є щось новеньке передове. От що у вас таке є передове, чим зараз можна користуватися, та це набагато полегше процес як і вашої оперативної праці, так і потім процес відновлення? Помимо всех прочих эндоскопических технологий, которые есть и в других учреждениях, у нас вот именно интервенционная пульмонология достаточно развита, поскольку мы можем осуществлять бронхоскопии под КТ-навигацией. Что это такое? У нас у компьютерного томографа есть специальная приставка, которая позволяет в режиме реального времени четко отслеживать, где находится бронхоскоп, контролировать, куда мы вводим иглу при биопсии, это либо процесс опухолевый, либо какие-то лимфоузлы. Ну и весь спектр эндоскопического оборудования у нас есть для проведения всех малоинвазивных операций. Давайте ще поговоримо про ковід-діагностику. Як вона проходить? Після направлення від сімейного лікаря, так приходять до вас? Ну, если в отношении ковида, то непосредственно к торакальному хирургу обычно не приходят. Они приходят либо после перенесенной коронавирусной инфекции, когда есть какие-то проблемы с легкими. Очень часто сейчас в условиях коронавирусной пандемии мы применяем бронхоскопию в условиях стационара также, поскольку пациенты, которые длительно либо находились, либо находятся на искусственной вентиляции легких вследствие тяжелого течения, они нуждаются вот в санационной бронхоскопии, о которой я говорил. То есть очень нужно и важно им отмывать вот эту слизь из трахеи бронхов с целью восстановления адекватной вентиляции легочной ткани в дальнейшем. А чому так довго зберігається цей кашель? Протягом місяця, то й декількох місяців постковідний кашель, він дуже неприємний, захлистуючий такий прямо. Постковідний кашель – це симптом такий індивідуальний. Тобто у кого-то чуть довше, у кого-то швидше розрішається ця ситуація. Зв'язана це, в першу чергу, звісно, з пораженням легочної ткані, оскільки ті змінення, які виникають в легочної ткані, вони зберігаються достатньо длительно. І, опять же, процес восстановление этой ткани, он индивидуальный у каждого пациента. При наличии изменений в легких, это может быть и фиброзная ткань и так далее, это весомый повод для возникновения такого симптома, как кашель, а также скопление мокроты в бронхах тоже может провоцировать кашель в постковидном периоде. Минулого року, коли почалася пандемія, всі скупляли кульки, сказали, що треба дихати, швидко надувати ці кульки для того, щоб тренувати легені. От що насправді треба робити і що спрацює, щоб, може, підготувати якось організм до такого навантаження, як ковід, який, на жаль, буде зачіпати, мабуть, кожного в нашій державі, судячи з темпів вакцинації? Та, дійсно, дихальна гімнастика, вона, в принципі, полезно для любого человека здорового абсолютно, но очень важно время применения дыхательной гимнастики. У здорового человека, да, допустимо, в определенном после коронавирусном периоде также допустимо,
большинство стало применять именно дыхательную гимнастику, надувать шарики, специальные тренажеры есть для этого во время самой коронавирусной инфекции. Но сейчас есть ряд исследований, которые подтверждают, что этого не стоит делать, поскольку даже при легком течении коронавирусной инфекции при применении дыхательной гимнастики в постковидном периоде возникают у пациентов достаточно грозные осложнения в виде образования воздушных кист, були. Навіть так? Пузырі, лежати, да. Нічого не зробити, якщо є запалення легень? Ні, ну, осуществляти лічебні мероприятия, соответственно, там, лабораторним показателям і клінічній картині. Но дихальна гімнастика, да, порой вона, наоборот, вредить. І ми з цим дійсно сталкивались. Ми бачили таких пацієнтів, які після перенесеної коронавірусної інфекції повертаються до нас с абсцессами легких, с воздушными кистами, и они нуждаются в оперативном уже лечении. А що таке дихальна гімнастика? От як її правильно треба робити? Ну, дихальна гімнастика, вона осуществляється несколькими способами. Перше, як ви говорите, можна там надувати звичайні шарики, звичайні. Второе, брати трубочку і видувати воздух в якусь ёмкость з водою. Соломинку. Так, бульбашки, да, робити, як в дитинстві. Абсолютно вірно. Наприклад, соломинку. Також є спеціальні дихальні тренажери, які використовуються. Вони осуществляють тренінг як на вдохі, так і на видохі. Вдохи очень полезные. Ну и самый простой способ – это просто осуществлять полный вдох, задерживать там на несколько секунд дыхание и потом этот воздух выпускать. Это также тренирует достаточно хорошо легкие пациенты. Как долго и много треба робити цих вправ, чтобы, ну, спрацювало? Бо це може як с присіданням, по два рази на день люди присідають и потім жаліються, що в них не підтягнуті сідниці. Должно быть умеренно. То есть, в принципе, в течение дня, если 5 раз это делать, там, по минутке уделять этому внимание, этого будет более чем достаточно. Ну, естественно, нужно учитывать такие факты, чтобы это не доходило до головокружения и потери сознания пациента. И тогда, да, это будет полезно и достаточно. Чи якісь продукти, вітаміни або дієта для легень? Пожалуй, ні. Важним є просто здорове питання і відказ від якихось вредних привичок, які можуть воздействовать на легочну ткань. В відношенні питання спеціального лічення ні. Просто здорове питання, яке характерно для всього організму. Ну і паління. Боремося? Так, да, однозначно. Курення, як активне, так і пасивне, воно пагубно впливає і є фактором риска виникнення більшості заболівань легких. Піклуйтеся про своє здоров'я. Пам'ятайте, що це найголовніше. І здорові легені зараз – це актуальне питання у всьому світі. А якщо у вас є якісь симптоми з перелічених, тобто задишка, довгий кашель, ускладнене дихання, то звертайтеся до професіоналів для того, щоб вирішити ці неприємності. Сьогодні у нас у прямому ефірі проєкту «Ранок» на 7-му каналі був торакальний хірург, ендоскопіст медичного дому «Одрекс» Брайлов Богдан Юрійович. Дякуємо дуже за таку детальну розповідь щодо здоров'я легень. Сподіваємося, що наші глядачі нас почують. Трошки більше здорового дихання, більше прогулянок та менше паління. І буде вже краще.